Лето только началось, а подготовка к следующему отопительному сезону в Ульяновской области уже ведется полным ходом. По данным Министерства ЖКХ и строительства региона, готовность муниципальных образований к зимнему периоду на 1 июня составила более 17% вместо 10 нормативных процентов. Что касается гидравлических испытаний, то на территории Ульяновской области они уже завершены в 22 муниципальных образованиях. Двух гидравлические испытания завершены с устранением порывов. В 9 муниципальных образованиях порывы не зафиксированы. И в оставшихся муниципальных образованиях сейчас устраняются порывы, и также гидравлические испытания будут завершены. В Ульяновске гидравлические испытания будут проводиться по утвержденному графику. Напомним, что гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить тепловые сети на прочность и обеспечить их готовность к несению нагрузок в осенне-зимнее время. Филиал ПАО «Т-Плюс» третий год выполняет проверки сетей в Ульяновске по новой методике, которая сокращает срок отключения горячей воды до одной недели. Для снижения дискомфорта жителей компания проводит все работы синхронно – профилактику на теплосетях, ремонты на ТЭЦ и котельных. Кроме традиционного способа проверки труб повышенным давлением, ульяновские энергетики используют мобильные опрессовочные установки, которые позволяют проводить испытания локальными участками, избегая масштабных и длительных отключений горячей воды. В данный момент мы отключили порядка 50 домов, вот этот вот поселок Связь так называемый. И вот этой машиной в течение одного дня мы проводим сейчас опрессовку, подающий обратный трубопровод по раздельности. Понедельно проводим вот эти вот испытания в разных частях города. И, соответственно, то есть все попадут под опрессовку, все потребители. Но не так, как раньше это было, мы отключали целиком весь город, а отключаем просто небольшие микрорайоны. Мобильные опрессовочные установки, обслуживающие теплосети во время гидравлических испытаний, имеют ряд преимуществ. Они дают возможность проводить гидроиспытания трубопроводов вне зависимости от расположения источника. Благодаря современной конструкции мобильные установки обеспечивают безопасность и снижают риски порывов трубопровода во время испытаний. А кроме того, заметно сокращаются сроки отключения горячей воды. С полным графиком гидравлических испытаний можно ознакомиться на сайте энергокомпании. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.